На фестивале подвели итоги детского конкурса творческих работ «На лугу пасутся ко». Награды получили и сельхозорганизации, специализирующиеся на производстве молока. Для посетителей выставки была организована дегустация, конкурс «Контрольная закупка», где на суд зрителей 6 молокоперерабатывающих предприятий Чувашии представили сметану и творог. О предприятиях-участниках фестиваля, а также об участниках выставки индийских товаров смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Изамбаевский молочный завод уже второй десяток неизменно следует традициям. Производить натуральную, высококачественную, безопасную продукцию для потребителя. Кредо предприятия, расположенного в деревне Новое Изамбаево Комсомольского района. В чем, а в качестве реализуемой продукции на местном рынке Изамбаевскому молочному заводу нет равных. Сыры мы вырабатываем из цельного натурального молока, без добавления консервантов, ароматизаторов и красителей. То есть продукты у нас натуральные. Привлекательная упаковка и демократичная цена удовлетворяет самых искушенных потребителей из Москвы, Самары, Кирова, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани, Ульяновска, Перми, Набережных Челнов и Чебоксар. Вот и в этом году на фестивале молока желающих продегустировать мягкие полутвердые сыры выстроилась большая очередь. Очень вкусный сыр с таким вкусом натуральным. И я вообще регулярно этот сыр покупаю. Магазинах «Смак», мне он очень нравится. Сыр очень вкусный и нежный, мне он очень понравился. В 2007 году предприятие приступило к поэтапной модернизации производства. Построен цех по выработке мягких сыров, отделение упаковки, склад готовой продукции. Предприятие оснащено самым современным европейским оборудованием, произведенным в Болгарии и Германии. На сегодняшний день завод перерабатывает 40 тонн молока в сутки и выпускает более 15 видов продукции. Сливочное масло, рассольные, мягкие и полутвердые сыры. Все они вырабатываются только из натурального молока, произведенного местными хозяйствами Комсомольского и Ляльчикского районов. Осуществляется полный контроль всего технологического процесса. Появляются и новые фирменные разработки. Первыми их могут оценить местные гурманы. Мы разработали новый вид сыра. Он обладает очень выраженным вкусом и запахом пастеризации. И можно его даже считать диетическим сыром. Коллектив Изамбаевского молочного завода принимает активное участие в региональных и общероссийских конкурсах. Неоднократно был достойно отмечен в числе лучших производителей. Об этом свидетельствуют многочисленные грамоты, дипломы, а также золотые, серебряные и бронзовые медали. В 2010 году сыр адыгейский стал лидером программы Первого канала «Контрольная закупка».